Доброе утро, Карл. Доброе. 10 утра. Погода облачная, 12 градусов. Влажность 80%. Вероятные ливни во второй половине дня. Такой день не грех провести в постели. Утром я забрал краску, которую вы заказали. О, я и забыл. Вот в чем состоит разница между мной и тобой, Маркус. Ты ничего не забываешь. Пожалуйста, дайте мне руку, Карл. Нет. Карл? Спасибо. Я едва открыл глаза и уже стискиваю зубы. Человек – такая хрупкая машина. Так легко ломается. Столько усилий, чтобы не угасла жизнь. Вот так. Сейчас я отнесу вас в ванну. Есть у нас что-то сегодня в планах? Да, в Музее современного искусства открывается ваша ретроспектива. 4 приглашения от директора галереи с просьбой подтвердить присутствие. Я еще не решил. Попозже с этим определюсь. Понял. Что еще? Письма от почитателей. Я уже ответил. От Лео что-нибудь слышно? Нет, Карл. Хотите, я ему позвоню? Нет. Не нужно этого. Я проголодался. Завтрак уже готов. Бекон и яйца, все как вы любите. Спасибо, Маркус. На здоровье. Спасибо, Маркус. Телевизор. Найди чем себя занять, пока я завтракаю. Ладно. Хорошо, Карл. Выключить телевизор.
Печальная картина. Сплошная глупость, жестокость и жадность. 5000 лет цивилизации, и мы пришли, куда пришли. Что ты читаешь? Ода Китса. В списке ваших рекомендаций. Каково твое мнение? Ну, его стихи полны печали. Китс был влюблен. А мало что на свете может сделать человека более несчастным. Настанет день, когда меня рядом не будет. Придется защищать себя, самому делать выбор. Реши, кто ты. Кем хочешь стать? Этот мир не любит тех, кто не как все, Маркус. Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Едем-ка в студию. Посмотрим, на чем остановили. Сними чехол. Ну, и каков твой вердикт? Да, в этом правда что-то есть. Что-то такое неуловимое. И мне нравится. Беда в том, что мне нечего больше сказать. К
Каждый мой день лишь приближает меня к смерти, а я как могу цепляюсь за свои кисти. Карл. Довольно обо мне. Посмотрим на твои таланты. Попробуй. Напиши что-нибудь. Нарисовать, но я... Что рисовать? Все, что угодно. Попробуй. Это идеальная копия реальности. Но цель картины не воспроизвести реальность, а интерпретировать ее, улучшить, показать ее своими глазами. Карл, я не смогу, этого нет в моей программе. Давай, попытайся, холст перед тобой. Сделай вот что. Закрой глаза. Закрой глаза. Поверь. Вообрази то, чего не существует, что никогда не видел. Теперь сосредоточься на своих эмоциях. И пусть твоя рука сама плывет по холсту. Привет, пап. Лео. Я не слышал, как ты вошел. Да я тут мимо проходил, решил заглянуть. Давно не виделись, а? Все нормально? Ты неважно выглядишь. Да, да, все нормально. Слушай, мне деньги нужны. Опять? Я же недавно давал тебе деньги. Да, как-то потратил, сам знаешь. Да. Ты снова подсел, так ведь? Нет, нет, не в этом дело, честно. Не лги мне, Лео. Да какая разница, мне просто нужны деньги, и все. Извини. Мой ответ – нет. Нет? Почему? Ты знаешь причину. Ну да, конечно, знаю. Ты лучше о пластиковой кукле своей позаботишься, чем о родном сыне, а? Вот скажи мне, чем он лучше меня? Он умнее? Он послушный? Не то что я? Только знаешь что, он тебе ведь не сын. Он грёбаный робот! Лео, довольно! Хватит. Тебе плевать на всех, кроме себя и картин твоих дурацких. Ты никого не любил. Никогда не любил меня. Никогда не любил.
каких пор сюда андроидов пускают? Лейтенант Андерсон, мое имя Коннор. Андроид, присланный с Киберлайф. Я заходил в участок, но там никто не знал, где вы. Сказали, что вы могли пойти выпить. Повезло найти в 5-м по счету баре. Ну, что надо? Сегодня вечером вы получили дело. Убийство, совершенное андроидом Киберлайф. По протоколу в таких случаях компания направляет специальную модель в помощь расследованию. Не нужна мне никакая помощь. И уж особенно от манекена из пластмассы. Так что будь хорошим роботом и вали отсюда. Вот что. Думаю, вам стоит перестать пить и пойти со мной. Ведь так будет проще нам обоим. Я понимаю, некоторые люди испытывают дискомфорт в присутствии андроидов, но мне я... Мне тут вполне комфортно. Отвали, пока я тебя в утиль не отправил. Знаете что? Позвольте вас угостить. На пасашок. Бармен, повторите, пожалуйста. Видал, Джим, чудеса прогресса? Валяй двойную. Скажите, лейтенант. Охренеть, лучше некуда. Джонс Дуглас, канал 16. Вы подтверждаете, что это убийство? Я ничего не подтверждаю. Андроидам сюда воспрещен. Это со мной. Какую часть фразы «жди здесь» ты не понял? Ваш приказ противоречил моим инструкциям. Ты молчишь, ничего не трогаешь и не путаешься под ногами, ясно? Ясно. Здорово, Хэнк. Мы уж думали, ты решишь соскочить. Так и было задумано, пока не явился этот говнюк. Что? У тебя теперь свой андроид, да? Значит, смешно. Выкладывай, что случилось. Около 8 позвонил хозяин. Жилец давно не вносил арендную плату. Он заглянул в дом, узнать, что как. Ну и нашел там... труп. Ой, как же тут воняет. Это еще ничего, это мы окна открыли. Имя жертвы — Карлос Ортиз.
Есть судимость за кражу и разбойное нападение. Соседи говорят, к нему никто не ходил. И сам он из дому особо не высовывался. Ну, в его случае он вполне бы мог подождать и до утра. Чего среди ночи дергать? Я бы предположил, он тут недели три лежит. Коронер определит, когда явится. Вон там лежит кухонный нож. Похоже, орудие убийства. Следы взлома есть? Нет. Хозяин говорит, входная дверь была заперта изнутри. Все окна заколочены. Убийца ушел черным ходом. Что известно про андроида? Немного. Соседи говорят, что он был, но в доме мы его не нашли. Я пойду на воздух. Вы тут располагайтесь. Если что, позовете меня. Господи, ты что творишь-то, а? Анализирую кровь. Я могу сделать все тесты на месте. Простите, стоило предупредить. Ладно, просто больше, чтоб не совал в рот вещдоки, ясно? Ясно. Это ж надо долбануться. Крис, это написано кровью жертвы? Да, пожалуй. Надо будет отправить на анализ. Карлос умел оттянуться. Крис, мне нужен полный анализ на наркотики. Будет сделано, лейтенант. Эй, Майк, ну что, образцы взял? Ударили ножом. 28 раз. Да. Видать, убийца крепко разозлился. Да, я все. Thank you.
была заперта изнутри. Убийца мог выйти здесь. Следов нет, кроме ботинок офицера Коллинза 43-го размера. Прошла не одна неделя. Следы могли стереться. Нет, на такой почве остались бы следы. Тут очень давно никого не было. Лейтенант, думаю, я понял, что произошло. Да ну. Валяй, выкладывай. Все началось? На кухне. Следы борьбы очевидны. Надо понять, что именно произошло. Жертва напала на андроида? Да, улики это подтверждают. А потом? Андроид ударил жертву ножом. То есть ты мне хочешь сказать, что андроид оборонялся? Ладно, что потом? Человек побежал... в гостиную. Он пытался убежать от андроида. В целом похоже. Андроид убил жертву. Нашел. Ладно. Твоя версия не такая уж бредовая. Вот только куда потом делся андроид? Он был поврежден битой и стал терять тириум. Что-что терять? Тириум. Он же голубая кровь. Это жидкость для питания биокомпонентов. А-а-а. За несколько часов она испаряется, не оставляя видимых следов. О, но ты-то их все равно видишь, да? Верно.
сюда стул-то поволок? Надо кое-что проверить. Кое-что проверить. Я просто защищался. Он хотел меня убить. Пожалуйста, не говори. Коннор, чего ты там мутишь наверху? Лейтенант, он здесь! Охренеть. Крис, Бен, а ну-ка дуйте сюда!